Всем привет! Давайте сегодня поговорим о теме, как связана еда и секс. И на самом деле здесь есть прям прямая такая вот зависимость. Даже научно было доказано, ставили эксперимент, если, например, все время есть фастфуд или в большом количестве, сексуальное влечение снижается, удовольствие от секса возможно вообще перестать получать. Вес влияет также и на мужскую эрекцию, и на размеры мужских половых членов, точно так же, как и у женщин. Стоит правильно питаться, стоит задумываться, что вы едите, когда вы едите, за сколько часов до секса вы употребляете какую-либо пищу. Перед сексом лучше всего есть какую-нибудь легкую пищу, та, которая достаточно быстро переваривается. А вот уже после секса вы можете плотничком так покушать, но перед не стоит этого делать. Все, что сладкое, очень поднимают наши гормоны, и мы можем сразу резко получать удовольствие. Все, что жирное, все тяжелое. Мальчики, ешьте ананасы, мужчины, ешьте ананасы. Употребляйте в свой рацион морепродукты, побольше белка. Правильное питание сказывается не только на вашем здоровье, но и на сексуальной жизни. Это на самом деле очень-очень важно. Меньше алкоголя, больше правильных свежевыжатых соков, воды и сна. Кстати, еда – это первый такой лайфхак, когда девушка раскрепощается и контакт произойдет более наибыстрым образом. Это на самом деле так, потому что когда мы едим, мы открываемся перед человеком со своими физическими потребностями, да, это научно доказано, что если вы хотите сблизиться с человеком, почему у нас часто происходят партнеры в ресторанах за чашечкой кофе, потому что когда мы едим, мы полностью доверяем человеку. И если вы со своим партнером или со своей партнершей ужинаете, гораздо выше становится вероятность того, что вы получите удовольствие от секса и получите вообще этот секс быстрее.